Итак, здравствуйте, уважаемые видеолюбители. Рады вас приветствовать на очередном подъеме дома от компании Главсвай. Сейчас мы находимся недалеко от аэропорта Пулково. Вот прямо здесь у нас уже даже видны дома, прямо рядом с кольцевой. Вот такой вот у нас участок. Высокий уровень грунтовых вод. Здесь сейчас покажу. Сейчас настроимся вот таким вот образом. Вот суглинок, тип состав грунта. Вот такое вот море. Сейчас у нас декабрь, почти конец ноября. Поднимаем вот такой вот домик. Формочка у него очень интересная, Г-образная. Вот эта длина 6, вот та длина тоже 6. Поднимаем его на полметра. Здесь он стоял на земле, сейчас ближе покажу. Вот, причина очень интересная причина. Желание заказчика поднять высоту потолка на полметра. Сейчас высота 2 метра, соответственно, будет сниматься, выпиливаться пол и устанавливаться блочный фундамент, блочный временный фундамент, это временка. В дальнейшем здесь будет вот такого плана домик стоять, но чуть-чуть дальше, вот в этой стороне, для постоянного проживания. Очень удобно, буквально рядом с кольцевой, для постоянного места жительства просто супер. Вот, тут уже темно. Очередные великие специалисты замеряют уровень горизонта нижнего венца. Тут домкрат. Для этого используем гидроуровень. Происходит это вот таким вот образом, нехитрым. Вот, эта стойка уже на 50 сантиметров выше. Вот отсюда лучше видно. Вот такой вот гидроуровень в рабочем состоянии. Вот это горизонт фундамента, там частичка уже гнилой. На блоке также 50 сантиметров, те, о которых говорил. Вот таким вот образом под домом выглядит, но уже темновато, около 5 часов. Вот это как раз тот гнилой венец, о котором говорил вам. Вот так вот он у нас крошится, сыпется. Значит так, эту часть 3 метра будем выпиливать и вставлять новую часть бруса. Там соединим. Сейчас покажу с другой стороны. Вот она, другая сторона. Вот эти полметра, о которых говорил. Вот эти блоки, вот эта высота. Дом стоял практически на земле. Вот его фундамент. Все, спасибо.